На прошедших выходных в Одинцовской спортивно-танцевальной студии «Феникс» состоялась международная аттестация инструкторов по акробатике на пилоне. В России она проводилась впервые. Раньше, чтобы получить международный сертификат по шестовой акробатике, инструкторам нужно было ехать за границу. Провела аттестацию мировая чемпионка по акробатике на пилоне Елена Артамонова при поддержке английской компании «Pole Passion». Желающие приобрести новые знания и статус приехали из разных уголков России, а также из Турции и Эстонии. Инструкторы успешно прошли аттестацию и получили сертификат международного образца «Pole Fitness Instructor», который дает право работать не только в России, но и на территории Европы, Южной Африки, Новой Зеландии и Австралии. Теперь тренеров спортивно-танцевальной студии «Феникс» по праву можно считать специалистами мирового уровня. Акробатика на пилоне могут заниматься как взрослые, так и дети. Также студия «Феникс» ведет набор в группы по балетной гимнастике, хип-хопу, йоге и другим направлениям.